Жители Орска в следующем месяце заплатят за воду в два раза больше, но не все. В redaktorsk.ru стали поступать многочисленные звонки от орчан, почему за апрель счет за воду пришел по нулям. В своих квитанциях люди не увидели привычных начислений, в связи с чем возникло много вопросов. Постараемся ответить на каждый из них. Почему счета по нулям? Ранее РВК Орск сообщал, что для жителей, пострадавших в результате ЧС, приостановят платежи за услуги водоснабжения и водоотведения. Эта мера коснулась как тех домов, которые были подтоплены, так и тех, что не пострадали от большой воды, но испытывали проблемы с подачей ресурсов в период паводка. Границы зоны чрезвычайной ситуации можно найти в указе губернатора. Важно, необходимо смотреть версию с изменениями, так как зона ЧС корректировалась. Придется ли в июне платить за два месяца? Да, в июне придется платить за два месяца, но не всем. Жители, у которых стоят индивидуальные приборы учета, счетчики, заплатят по показаниям, соответственно, за два месяца. Тем, кто платит по среднему, за апрель ничего начисляться не будет. Что делать, если не хотите платить сразу за два месяца? По данным пресс-службы водоканала, орчане могут заплатить за апрель авансом, самостоятельно высчитав свое потребление. Тем самым уменьшится сумма за следующий месяц.